И запомните, вы должны быть беспощадны и непоколебимы по отношению к вашему врагу. Отныне ненависть к нему должна стать вашим шестым чувством, а впоследствии заменить остальные пять. Запомните, враг коварен, умен, беспощаден, вооружен и часто опасен. И поэтому вы должны уметь использовать любые подручные средства, чтобы вытрясти из него все. И он вместе с тем, что из него не вытрясывается, из-под отчетной территории. Как стоишь, курсант? Курсант Колупатенко. 69 лет, рост 167, вес 68 килограмм, вверх груди. Достаточно. Живот тянуть, колени выпрямить. Весь свой объем груди вперед. Почему не пририт? Я думала... Отставить думать. Думают профессора. А вы будущий контролер. Вы должны не думать, а штрафовать. 40 отжиманий. Правильно говорю, курсант Соколова? Сэр, да, сэр. Вбейте себе в голову, что заяц – это общественно опасный элемент, хорошо замаскировавшийся агент мирового безбилетизма. И чем больше вы их выловите, тем спокойнее будет спать наш президент. Да поможет вам Бог и дед Мазай. Приступить к тренировке. Поймай зайца! Поймай зайца! Поймай зайца!